Так получается, я из 11 А микрорайона вышел на 12 микрорайон. Ну, там я уже снимал, съемки вел. Просто вот впереди теплотрасса, которая идет с ТЭЦ-3 через весь Майкудук. И здесь вот арочный проезд. Пройдусь и потом придется вернуться назад. Потому что я наоборот иду вглубь Майкудука, а не на окраину, как собирался. Вот на той стороне проезжей части 12 микрорайон города Караганды. Все это находится в Майкудуке. Вот теплотрассы, которые с ТЭЦ-3 идут в Новый Город и на юго-восток, и снабжают теплом, горячей водой всю, ну, значительную часть Караганды, не всю Караганду.